Много плачет. Николай Коляда. Подруга Таня Валя не пожалела 50 рублей для устройства личной жизни и накатала объявление в газету, мол, молодая, красивая, ищет такого же уставшего от одиночества. Вале пришло сразу около 60 писем, а потом приходило по 5-6 писем в неделю. В каждом письме фотографии, с которых смотрели затравленными глазами потенциальные женихи. Почему-то все как один похожие на киношных брачных аферистов. Ну, видимо, потому что Валя объявила о себе, что у нее двухкомнатная квартира, что условия для совместного проживания имеются, а у этих же с глазами которыми ни у кого квартиры не было. Все 60 жили в общагах и писали письма все почему-то в один день. В праздник 23 февраля. И чуть ли не кричали: «Заберите меня к себе, я хороший!» Одного жениха Валя по дружбе уступила Тане. Тот предлагал встретиться в такой-то день у Совкино в 18:00. Мол, он будет в черном костюме из газеты «Вечерний Свердловск» в правой руке. В назначенный день и час Таня стояла у Совкино. Его увидела сразу, чуть выше Таня. Это хорошо. Лысоват, но это тоже хорошо. Не мальчик, значит, серьезные намерения. Костюм плотно облегал стройную фигуру, приятное тело. «Здрасте!» – Таня подошла к мужчине. «А вы не меня ждете?» «Возможно, что и вас». Мужчина обаятельно улыбнулся. «Это вы давали объявление?» «Да, мы с подружкой. Правда смешно? Можете думать про меня что хотите, но мне просто интересно. Я, знаете, люблю новые знакомства. Вообще думаю, что счастье жизненное в том, чтобы дружить». «Вам сколько лет?» – неожиданно спросил мужчина. «А, 29», – сказала Таня, спохватилась, но было уже поздно. «А меня зовут Таня». «А меня Вадим». «Ну так что, стало быть, едем?» «Куда?» «Ну, у меня колеса там. Поедем ко мне, посидим, поговорим». «А колеса это... Жигуленок, вон там стоит». «Погодите. Давайте сначала немного погуляем, ну, пройдемся до плотинки. Может, окажется, что мы не подходим друг к другу». «Подходим, подходим», – уверенно сказал Вадим. «Погодите», – Таня взяла его под руку, – «идемте». Они перешли улицу и пошли до плотинки. «Итак, вас зовут Вадим. Были женаты, дети есть, квартира. Но, отвечайте честно, я не люблю лгунов. Был женат, трижды не складывается, детей нет, квартира однокомнатная». «А почему не складывается?» «Ну, не знаю, еще чего-то найти не могу». «А почему решили, что со мной все сложится? Ну, зачем сразу позвали меня домой? Ну, только честно». «А почему вы решили, что у нас с вами что-то сложится?» «Ничего подобного. Просто... в моей жизни много сладкого, а мне хочется чего-нибудь солененького. Вот и все». «Не понимаю ваши гастрономические слова, объясните». «По-моему, я говорю яснее ясного». Мужчина остановился, Таня взглянула ему в глаза и увидела в них адский огонек нетерпения. «Зачем объяву писал? Ведь и для этого тоже. Поехали, я тебе быстренько все там сделаю. Поехали, колеса жду». Таня вздохнула и сказала: «Вадим, вам хочется солененького, а я не селенка. До свидания». Она села в троллейбус и приехала к Вале. На вопросы подруги отвечать не стала, и только когда та совсем ей надоела, сказала: «Старый пер, гастрономист с колесами, понятно?» «Ну и что?» Валя засмеялась и протянула два билета в театр. «Смотри, он прислал, сказал, будет сидеть рядом. Пойдем посмотрим. Может, он и есть тот самый». Таня согласилась и заплакала.